Шли походить с палками. Привет, друзья! Привет, привет! Давно мы не были в этом проезде, который самый ближний к Анапе. Самое начало Пионерского проспекта. И вот здесь удивительные просто стройки, конечно. Молодцы, парни активно строят. Там на въезде есть транспарант, апартаменты, куда обращаться. Наверное, можно позвонить и узнать, сколько стоит. Но когда пойдем с моря, тогда снимем, увидите. Вот. А море-то вот здесь вот. Наверное, самая привлекательная стройка в Анапе. Движа 50, до моря 150. Зябко. Изморозь моросит в воздухе, влажность просто висит. Вот море, вот эти апартаменты. Метров от парусного клуба, или 300 от речки Анапки. Море сегодня выглядит вот так. Солнца нет. Туманно до Анапы. Моросит. Невидимая влага висит, но на стекле машины видно. Влажно, как в Сочи. Вот наша общая знакомая. Сибирская бабушка реализует свою мечту — ходьба вдоль моря. Не просто по песку ходить. Да тебя уже снял. Такой телефон, вот такое здание. Вот он, Пионерский проспект. Начало строительства — сентябрь 17, окончание — апрель 20 года. Вот так, наверное, он должен выглядеть. Ну, все. Телефон у нас есть. Может быть, сайт какой-нибудь где-нибудь есть. Ну, пусть ищут люди. Вот такой план нарисован. Там как будет хорошо на улице. Ну, офис продаж. 929-826-400. Что-то нам строители кричат. Или это они не нам? Началось. Вот он, Пионерский проспект. Санатории, прекрасные розы. Вот колесо обозрения, это уже за рекой Анапкой.
Ну, автобусная остановка, кто будет отдыхать без машины, а сел на автобус. Куда ему ездить-то? В Анапу? Да он к морю приехал, на что рынок, ему? На гуляние к фонтанам цветом музыкальным. Или да, в ту сторону, в дельфинарии, Витязева, аквапарк. В центре тоже аквапарк есть.